того, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Вечно молодым. Наша с вами сегодня задача вернуть эту родину. То же самое я говорю про себя. Я жил в то время, которое с удовольствием бы вернулся и хотел, чтобы в этом времени, в таком же, жили мои дети. Каждый, думаю, мы желаем своим детям лучше. Я вот хотел бы, чтобы мои дети жили в том времени, в котором жил я. Поэтому давайте так, наша с вами сегодня задача действительно говорить не о том, как было вчера, а о том, как надо жить завтра. И это завтра мы знаем. И мир, весь мир сегодня поворачивается лицом к идеям социализма, коммунизма, понимает, какой это был, да, возможно, это был эксперимент, но это был лучший эксперимент, который мы смогли с вами провести. И по выражению одного из далеко не советских пропагандистов, человека, который ненавидел Сталина, вот, но он сказал одно видео. Советский период, это была высшая цивилизация российского государства. Вот это мы должны помнить. Ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым. Станет небо голубым. Вечно молодым.